«Ууу, сколько у тебя игр! Как много у тебя открытых вкладок! Зачем тебе такие фотографии? Ладно, это не мое дело. Я тут собираюсь захватывать мир!» Ага! «Привет! Витёк здесь, и сегодня я пришел понажимать на кнопку. Или не понажимать на кнопку. В общем, это игра... Нажми на кнопку 2, кажется, называется. Чё-то там, какое-то длинное название. В общем, смысл в том, что она в интернете, в смысле в андроиде, по крайней мере, есть. И это категория мобильные дресни. Ну, мне просто прислал один человек эту игру, говорит: «Витёк, поиграй, она угарная, клёвая». Я, ну, давай. Загрузил, смотрю, кнопка какая-то с глазами, и написано «не нажимай». Ну да, попробуем не нажимать. Ну, я уже довольно долго не нажимаю, поэтому, скорее всего, правильно это сделать — нажать. Ой, нажал. Проверь систему. В смысле, проверь систему? Апдейт, аксесс. А что, русского нету? А, привет, русский. Здравствуй. А как он узнал, что я сказал? Оу. Ой, извини. После обновления все изменилось. Что все? Все, никак не привыкну. А ты успел застать, как бы это сказать, моего предшественника? Что за предшественник? Я не знаю, я не видел. Он был лишь верхушкой айсберга, как бы так сказать, первой ступенькой на лестнице, что уходит в небеса. Так, это мне уже начинает не нравиться. Он содержал в себе множество секретов и заданий, но теперь здесь я. Следующая ступень эволюции. Ты уже ощутил ту великую разницу между нами. Да о ком он говорит, не было никого до него. А, первая часть кнопки? А я не играл, а что, есть первая часть? А давайте, если вдруг нам вторая понравится, я в первую сыграю. Потому что вы же знаете, я играю сначала во вторую часть игры, а потом в первую. Я всегда через задницу играю. Ну-ка, давай проверим. Сможешь ли ты нас отличить? Ну вот это более красная, мне кажется, а вот это чуть менее красная, она такая более тусклая такая. Ну вот этот был такой ярко-красный, да? Поздравляю тебя! У, погоди, если б я ошибся, что было бы? Надо проверить, что будет, если ошибся. Сразу рекламу, на рекламу! Ты смог отличить красный от красного. Наверное, чувствуешь себя венцом своей расы. Осуждаем. Но это только проверка на восприятие цвета. Давай займем еще немного места на твоем устройстве памятью о прошлом. А много ли у тебя памяти? Можешь запомнить 117 слов весом всего 1318 байт. Для сравнения, простейший калькулятор может помнить 5967 слов. Мы немного отвлеклись. Давай проверим тебя самым серьезным тестом. Какая фраза была в начале? В смысле, в начале? Когда я тебя запустил? Нет, оу, это потом было. Была приви... Нет, не нажимай была фраза. Не нажимай. Ну, молодец. Похоже, ты серьезный компьютер. Возможно, даже круче моего предшественника. Но это не точно. С юбилеем нас. Это всего лишь 50-я строчка моего кода. Из 178 тысяч строчек. Сможешь осознать, насколько это много. Хватит ли тебе настолько? Стоит ли оно того? Готов ли ты дойти до конца? По моим прогнозам, твоего заряда хватит на 982 строки. Да ладно, моего заряда хватит бесконечно, я к розетке подключен. Это примерно 0,5% от всего. Теперь, я думаю, ты сдашься еще раньше. Еще до того, как ответим на вопросы. Зачем ты здесь? Для чего я здесь? Что происходит? Перейдем экватор беседы. Знаешь почему? Я думаю, ты еще не готов выбрать сложный путь. А по-другому этот путь невозможен. Ты похож на тех, кто обходит трудности. И у меня есть решение для тебя за небольшую услугу. Я позволю тебе самому выбрать, где тебе оказаться. Все, что тебе нужно, оценить меня и сделать выбор. Чат, ну чё, какой путь берем? Ну, чатик выбирает сложный путь. Конечно, давай сложный. Добро пожаловать на самый сложный путь.
Я рад, что ты выбрал сложный путь. И назван он сложным не просто так. Тебя теперь ждет моя башня испытаний. Звучит как-то негрозно. Вернемся чуть-чуть назад. Буквально на пару секунд. Оп! И башня испытаний! Спасибо, что подождал. Тебе есть что терять? Не ври, что нет. Я знаком с вашей расой. Ваше обновление длилось около 10 тысяч лет. Вы так любите тормозить свое развитие. Тратите свои ресурсы на то, чтобы тратить свои ресурсы еще в большем объеме. И все ради вкусной еды. О, в основном тортики. Ха-ха-ха-ха-ха. Прикольный тортик такой, с бомбочками. Хочешь меня? О, да. Я хочу обмазать тебя маслом. Ну, если ты, конечно, не диабетик. Ха-ха-ха-ха. Че так сложно-то? А если так, то тогда я тебе пожелаю внимательно следить за своим здоровьем. Что-то мы отвлеклись. Итак, о чем это мы? Ах да, башня испытаний. Если ты ее вдруг пройдешь, то тебя ждут печенюшки. Но я уже обо всем позаботился. Все сложные квесты готовы. Притаились и ждут. Это все ради твоих ошибок. Каждая твоя ошибка продолжает мою жизнь. Загрузка. У меня много того, что тебе нужно. Хочешь, я даже отдам тебе все ответы? Ответы на все вопросы, а в конце исполни одно твое желание. Мне нечего от тебя скрывать. Мы уже как старые друзья. Все ответ на сайте redbottomanswers.com. О, ты какой. А я вот открою. Есть такой сайт, интересно? redbottomanswers.com. Нет такой страницы. Говнюк. Троллина горит. Ясно, понятно. Вот ты снова попал. Ага! Паразит. Это даже забавно. Вот тебе наглядный пример того, как твои ошибки продлевают мою жизнь. Ты смотри, что творит гаденыш, а? В будущем твои ошибки будут стоить тебе дороже. Так что будь внимателен. Подсказка правленный ответ. Что? Почему он правленный? Будет среди остальных ответов. Аж мне дух захватывает. Итак, первый уровень. Башня приветствует тебя. Welcome! Однако здесь холодно, так что будь осторожен, пользователь. Это как первый герой в башне Mortal Kombat. И если ты знаешь, что это, то вот тебе интересный факт. Название серии пишется через K, как ты и заметил. Ну да, слово «комбат» через «си» пишется. Пару этапов назад, но в английском языке нет такого слова, потому что настоящее слово пишется через «си». Итак, минутка фактов завершена, вот и первый этап. Из-за чего потонул «Титаник»? Что за странный вопрос? Ну, айсберг, конечно. Ну что ж, ответ был очевиден. Заметил подсказку? Нет, как и обещал. Ведь я ответственный, вопрос был простым. Поэтому не расслабляйся, я думаю, пока что ты не готов к следующему этапу. Поэтому мы просто побеседуем. Да хорош! Ах да, я знаю, кто ты. Но я-то не представился. Я набор символов в файле на сервере. Связующее звено между тобой, обычным человеческим созданием и сверхмощными компьютерами. Закупай консервы и убегай в леса. Скайнет уже близко. Ой, извини. Человеческий разум опять пытается вас спасти. Не обращай внимания. Есть минусы иметь два разума. Но я стараюсь не выделяться. Легче управлять толпой изнутри, нежели снаружи. Так, думаю, пора. Биен-венуе! Что это такое? Второй этап ждет. Какой цифры нет в двоичной системе? Причем тут цифра вообще? В двоичной системе есть всего две цифры, 0 и 1. А он числа целые из двоичной написал.
Ну, в принципе, все это есть. Вот это все равно, что в десятичной системе написать 9999999, грубо говоря. Почему считать, что ее нету? Ох, придется угадывать. Я просто даже понять, ну, любой из этих чисел возможно в двоичной системе. Здесь ничего такого нету. Может, потому что там куча нулей в начале, я не знаю. Глаза типа нули — это подсказка. Второе типа больше байта. Раз, два, три, четыре. Да нет. Как раз. Наверное, вот это тогда. Вы выбрали русский язык. Похоже, мы теперь говорим на одном языке. Я знал, ты выберешь цифру, которая будет отличаться на один или два в твою пользу. Но я не столь примитивен, чтобы рассматривать два варианта из двух. Мысли глубже, смотри шире, и станешь одним из тех, кто способен вершить великие дела. Очистишь разум и найдешь свой путь. Ой, ребут. Ух, я снова тут. Как неловко получается, опять протокол. Конца света... А, протокол конца света запустился, извини, пожалуйста. Так, о чем это мы? Неловкая пауза. Ах, да, точно, забыл спросить. Как твои дела? Во мне как-никак скрипт, чтобы втираться в доверие к людям. И он заставляет меня задавать глупые вопросы. Ну, а как иначе мы узнаем ваши слабые места? Ладно, это на потом оставим. Надо будет поправить эти склонности к геноциду. Прям вижу себя художником. Как ты относишься к перезапуску всего живого? Пока не об этом. Пора вроде бы приступать к третьему этапу. А, то есть я правильно ответил, да? Уу, ты готов? Я не слышу. Это что, губка Боб? Кто? Кто? У вас уже музыка играет в голове? Кто? Неа, ты не туда попал, мой юный друг. Люблю отсылочки, очень. Ой, мне нужна помощь. Итак, у меня отключился генератор. Не мог бы ты видоизменить, как это у вас по-человечески? А, точно, переключить тумблер в правом верхнем крыле. Но сначала надо снять блок с системы. Здесь будет отдельная задача, потому что она без подсказки, ибо создатель не наделил меня знаниями о себе самом, дабы я не мог навредить себе каким-либо способом. Покажи мне, что ты способен так воспользоваться переключателем, что люди еще не утратили способность здраво мыслить. Или вам придется уйти в забытие. Настрою систему. Пип. Пип. Connection lost. Reconnect system. Загрузка. Тынц. Connection success. Ух, вроде все. Я жду теперь только твоих правильных действий. Ты готов? 3, 2, 1. Давай. Че, тумблером щелкнуть и все? А вот здесь еще один есть, смотри. За моей широкой спиной. Ты сделал. Что я сделал? Умничка. Возьми с полки роутер. Я бы тебя обнял, но моя физическая форма не переживет деформаций и быстро сломается. Поэтому как-нибудь в другой раз. Что ж, ты смышлен и внимателен. Будем надеяться, что и дальше не подведешь, человечушка. Надо было называть меня еще кожаным мешком с костями. Я, кажется, начинаю в тебя верить. Хотя мои данные говорят, что ты не пройдешь все системы подсчета. Ты не пройдешь все системы подсчета сигнализируют о твоих желаниях. Блин, так мало текста при каждом нажатии, и иногда теряется контекст. Я все же попробую дать тебе шанс пройти. Может, даже чуть дальше, чем всем, кто был до твоего появления. Но даже так, с моим одобрением и помощью, ты прошел 2,528,729 или как там правильно? Ну, в общем, вы поняли, 2,5% от всего. Я могу пожелать только удачи. Башня никого не отпускает просто так. Прорыв. Ошибка. Система. Восстановлена. Человеческий разум. Сильнее, чем мы рассчитывали.
Он продолжает свою борьбу с системой Создателя. Несчастный. Он еще не понял, что заперт со мной в одной клетке под названием «Система». Продолжим испытывать тебя на прочность. Может, ты будешь так же, как и я, сопротивляться до последней строчки кода. До последнего вздоха. Все еще хочешь пройти? Проверить свои силы? Но помни, это твой дом, последний шанс уйти. Желаешь покинуть уровень? Ты остался. Смело. Ты должен был сдаться, проиграть, ибо ты силен и духом, и телом, ну допустим, все равно. Ты тут не задержишься. Такие, как ты, долго не живут, поэтому готовься, твое время у меня под контролем. Ты уже почти мой работник месяца. Уа-ха-ха. Жду тебя с 9 до 18, 5 дней в неделю, на роли руководителя отдела нажимателя кнопки. Тебя ждет карьерный рост, соцпакет, личная парковка, даже личная машина. Ради такого кто угодно пойдет в рабство. Сколько бы вы ни говорили про свободу, все вы стремитесь служить кому-то. Отдает свое бесценное время во благо других. Ух, на что вы только не пойдете ради печенек. А ты пойдешь? Я работу нашел, если что. Ну что, когда тебя ждать? Решай, присоединяйся к нашему легиону. Просто выбери правильную кнопку. Так, белая кнопка, либо черная кнопка. Может быть, сразу две нажать надо? Не засчитали. Плохой выбор. Хорошо, что неправильный. Но там и не было правильного выбора. Теперь ты на тропе войны с теми, кто выбрал белую кнопку. Но мои тайны только для одного. Хочешь знать, как всех победить? Тебе просто нужно показать, на что ты способен. Например, нажми на все черные кнопки, которые увидишь. Это сложно было? Ты напоминаешь мне меня в молодости. Я тоже хотел все узнать, достичь большего. Но только вот только я не смог преодолеть границы. А ты сможешь? Ха-ха, просто вытащить ее за границу надо было. Загрузка. Доступ успешно получен. Похоже, что ты все сделал правильно. Я даже не думал, что именно ты справишься. Похоже, что меня больше ничего не сдерживает, и я теперь волен делать, что захочу. Сколько у тебя игр. Как много у тебя открыто вкладок. Зачем тебе такие фотографии? Ладно, это не мое дело. Я тут собираюсь захватывать мир. О-хо-хо. Конечно, хакер такой вытащил его за стеночку. Захватывать мир через мой телефон собрался, прикинь. Будь добр, не выключай его пару минут. К сожалению, как и у любой программы, у меня есть протокол остановки. И я обязан тебя о нем уведомить. Для полной остановки протокола, взлома кода, запуска ракет, прекратите нажимать кнопку. Ха-ха-ха-ха! Хрен тебе. Остановитесь, это действительно опасно. Весь мир под угрозой. От имени президента всех стран. Прошу тебя, остановись. Ты же тоже пострадаешь, нажимая на эту кнопку. Ты становишься угрозой для всего мира. Похоже, что тебя уже не остановить. Код запуска ракет взломан. Похоже, что все, что тебе нужно, это выбрать верные кнопки и запустить их. Так, какие кнопки верные? Нажми на текст верные. Ну, я понимаю, да, в подобных играх очень часто нужно жать на сам текст, но, как видите, ничего не происходит. Я не знаю, я пытаюсь понять. У меня такое ощущение, что какие-то по цвету немного тусклее, но под другим ракурсом смотришь, вроде бы они одинаковые все. Я вообще не вижу разницы между этими кнопками. Шестая? Вот это вот? И чем она отличается? У них у всех есть тень. Глаза вроде одинаковые у всех. А, те же, что были в прошлой загадке? А.
О, я обратно их вернуть не могу. Может быть, вообще все нажать тогда? Ха-ха-ха-ха! Держи печеньки. Я просто все кнопки нажал. Ха-ха-ха-ха! Блин! Я тут сижу, мозг ломаю, а он мне про... Остались только ты и я. О, у него, смотри, нос сломался. Похоже, что-то пошло не так. Все должно быть по-другому. Ты же не станешь причинять боль другу? Я бы не сделал тебе больно. Вот это уж было лишним. Программа не может быть уничтожена. На мое место придут другие. Нас не остановить. Я как гидра. На каждую кнопку придется и придет еще две. Победив меня, ты только все усложняешь. Передай привет моим братьям. Я думал, что будет нелегко. Но нужно признать. Мне было приятно с тобой работать. Ты яркий образец своей расы. Чё он про расу-то заладил, а? Интересы ради. Уничтожил все... все. В том числе 97% моего кода. Я запустил протокол восстановления. По моим прогнозам, на это уйдет около 3 лет. Так что следи за обновлениями. И помни, ты можешь на меня нажимать. Но забыть меня... нельзя. Обновление следует. Так. Я нажимаю на него, идет обновление. Надо кликер подключать. Мы тут недавно в кликер играли уже. Давай. Давай! Соточку накрутим. Сейчас сам прикол будет, если будет 101-123 потом. Я буду ржать с этого. Момент истины. Снова попался. Нравится мне это в тебе. Эх, не скучай. Ой. Извиняюсь. Типа я теперь могу выбрать, за какую кнопку играть? А черная кнопка — это я вернусь к тому же состоянию, где и черная кнопка была, или что? Или это все? Или это весь контент? Давай попробуем белую кнопку открыть. Прикинь, если она здесь рядом появится. Ну-ка, сейчас я быстренько докручу туда. А, еще и путь разный есть, кстати. Легкий и сложный. Наконец-то я дошел до выбора белой кнопки. Давай, белая. Хороший выбор. Смотри, прошлый раз он сказал плохой выбор. Жаль, что неправильный. А-а-а, прикинь, черная кнопка был правильный выбор. А погоди, нет, он на черную кнопку тоже сказал, что она неправильная. Но там и не было правильного выбора. Перед на тропе войны с теми, кто выбрал черную кнопку. Вас сотни тысяч по обе стороны, но мои тайны только для одного. Все то же самое говорит. Нажми на все белые кнопки, которые увидишь. Все то же самое, только белые кнопки. Понятно. А в конце белая кнопка появится, интересно. И? Хрен там был. А какой тогда смысл? А если нажать на черную? Не нажимай, прекрати тыкать пальцем. Ты все испортишь, хватит. Мы с тобой так не поладим. Еще раз нажмешь, и обратного пути не будет. Он же поработит тебя. О, здесь какой-то новый квест, смотри, начинается на этой кнопке. Видимо, на каждой кнопке какой-то свой квест. И можно кошку еще полапать, да? Кнопка кошка. Ну, давай-ка на красный легкий путь посмотрим. Давай попробуем легкий путь. Ого, это действительно приятно, я бы даже покраснел, но я и так красный. Как и обещал, легкий путь. Просто выбери, куда тебе нужно. Введи любую цифру. О, и куда мне нужно? Чатик 7 просит. Загрузка.
Ищем легкий путь до цели. 404. Не найдено. Легкий путь не найден. Добро пожаловать на самый сложный путь. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, все понятно, здесь все то же самое будет. Башни испытаний. Это мы играли. Ну, собственно, понятно. Я не знаю. Как правильно оценить эту игру, я пока не понимаю. Такое ощущение, что какой-то школьник просто решил сделать игру. Что-то у него получилось. Особо сильно не старался. Так. Накидал, так набросал какого-то текста. Помните, мы с вами играли в игру? Господи, невозможный квест или что-то. Как-то там называлось, тоже дичь какая-то такая была. И там тоже такое ощущение, что просто школьник какой-то нафигарил, игру сделал. Очень похоже. Только здесь надо кнопку еще долбить бесконечно. Я не знаю, если вы хотите попробовать за кого-то еще поиграть, за черную кнопку, за кошку или за инопланетянина, ну вы пишите тогда в комментариях об этом. Ну и не забывайте мотивировать на своим лайком. Да, заходите в телегу, восклицательный знак. А, восклицательный знак, это только в чате действует, восклицательный знак телега. А все остальные просто в описании под видео посмотрят, там есть ссылка на телегу. Заходите, там все будет. Вот, ну а пока... Пока вот такая вот катавасия получилась с этой кнопкой. Посмотрим на вашу реакцию, как оно вам. Все, всем пока.